Николай Гудин – тракторист-машинист первого класса. Всю свою сознательную жизнь трудится на земле. Пашет, сеет, убирает урожай. Сам заботится о своем стальном коне. Вчера поломался маленько, патрубок лопнул. Мы заварили его. Вода не через счет. За осень он спахивает до 800 гектар. Это много? Много. То есть сколько часов он работает? Ну, он работает 12 часов в день. Это так положено? Или он сам так хочет? Он встает и в 4 утра приезжает пахать и заканчивает в 8 вечера. Николай Гудин родился в семье землепашцев. Отец и мать работали в колхозе с 1938 года. Юный Николай и не мыслил о другой профессии. Закончив ПТУ, он был принят в колхоз Горького на должность тракториста-машиниста. Потом была служба в армии, после которой Николай, конечно же, вернулся в родные края. С 1969 года по сей день я в колхозе Максима Горького. За это время, сколько у меня учеников было, а у главного учителя был отец и Василий Яковлевич Мамров. Вот два моих больших учителя. Николай Гудин, работая рука об руку с Василием Мамровым, многому у него научился. Но самое главное, он тогда уже понял, что труд – смысл жизни и самое главное – предназначение человека на земле. Очень скромный человек, он и о наградах своих говорит, как бы между прочим. В 1976 году я получил свой первый орден трудовой славы 3-й степени. В 1978 году мне присудили премию Ленинского комсомола ЦК ВЛКСМ. В 1982 году меня наградили вторым орденом славы 2-й степени. Все награды долго перечислять, сказал нам герой-тракторист. Их действительно очень много. Казалось бы, только гордись, а он печалится. Тяжело, в общем. А смотреть, как все умирает. Я не знаю, вот во вторник будет 60, может, скажут, 60 исполнилось, иди домой, сиди на печке. Не знаю, как руководство посмотрит. Николай Гудин – профессиональный механизатор с высоким знанием своего дела. Он уделяет много внимания повышению культуры земледелия. За уборочный сезон 2012 года тракторист накосил более 2 тонн однолетних трав и около 10 тысяч тонн многолетних трав. А сегодня у него юбилей, ему 60, с чем мы его сердечно поздравляем. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.